Внимание, эфир. Здравствуйте, это программа «События». Мы работаем в прямом эфире. Самара ГИС, первый городской телеканал. 800 тысяч зрителей, 11 миллионов просмотров на YouTube. Программа «События» — это всегда свежие новости и актуальные городские темы. То, что интересно всем и каждому. Чем живет город, знают журналисты телеканала «Самара ГИС». Ну, если не на крыше мира, то точно можно сказать, что мы находимся на крыше прогресса. В запуске ракеты ничего сложного нет. Гораздо сложнее сделать так, чтобы она взлетела. Теперь из Самары в Минводы будут летать вот такие жизнерадостные ярко-желтые эмбраеры. Мы первыми создали мобильное приложение для смартфонов, для тех, кто спешит, но хочет быть в курсе последних новостей. Программа «События» — это объективная картина дня и новости экономики. Это 24 часа вещания и прямые трансляции, яркие спортивные события и городские праздники. Не каждый день, на самом деле, будешь сражаться с чемпионкой мира. Время смотреть. Тебе понравилось, мой хороший? Понравилось? Время действовать. Мы о волшебных свойствах этого инструмента рассуждать не будем, а просто поработаем. Время быть вместе. Олеся Корецкая, Максим Гусев. События. Проверенная информация и обновления каждый час. Мы в центре событий. Мы желаем вам только отличных новостей. Увидимся. Настройся на ГИС. Включайся.